Здравствуйте, любители ножей, зрители нашего видеоканала. Напоминаю про вот этот нож. Это нож алтайский. Я про него уже один раз показывал видео. Но как бы было все так. Мне человек с Алтая подарил нож. Я его показал, сказал, что это алтайский нож, и мне дали ссылку на журнал «Охота и охотничье хозяйство». Эта ссылка есть в интернете, если ее поискать. И там вот такая вот, такое вот чудо. На самом деле, нож, конечно, функциональный для охоты. То есть им и зашкуривать нормально будет. Вот за счет, ну, конечно, в идеале ты дробчик, конечно, небольшой бы, да? Но будет все равно, у него вот, все, он зарежется и вот за счет этой кромки пойдет. Но нож очень своеобразный, очень своеобразный. Вот, наверное, вот эта вот плоскость, да, и, наверное, как-то вот строгали, работали, вот, может быть, шкуру мездрили. Ну, такой ножик, блин. Вот он, я даже вот делаю прямой такое. То есть, вот что-то делать, наверное, удобно. Ну, вот народ Алтая имеется в виду, это как бы охотничий алтайский нож, да? То есть, все-таки с тайгой связана деятельность у них. И плюс, если это придумал народ, я всегда говорил, он должен быть функциональный, то есть он чем-то должен быть выделяться удобный. Давайте вот его рассмотрим повнимательнее, повнимательнее. Значит, он не имеет закова, он имеет плоскость. Подводка у него такая, ну, толстенькая все-таки. То есть, в принципе, нож достаточно мощный. Здесь имеет клин. Клин порядка с 3,5. Здесь как получается прямо, радиус прямо. Вот. Рукоять с таким вот набалдашничком кругленьким, да? Как бы. На мой взгляд, достаточно удобно. И вот здесь вот обычно в моем стиле я вот люблю такие разные резкие здесь переходы. А здесь вот такой он. Ну, в руке комфортно очень. Ну вот, напоминаю про этот алтайский нож, поэтому у нас теперь как бы получилось два алтайских ножа. Алтайский, алтайский номер 2, это вот этот. И алтайский М, это из того алтайского, который мне подарили, я сделал модернизированный, сделал дробчик. Вот. Но вот этот и тот алтайский, который у меня, это, конечно, ну, небо и земля. Тот больше на бурятский похож, я бы сказал. Вот такие вот дела. Вот такой вот замечательный нож. Еще раз говорю, я считаю, что народ не мог придумать плохой нож. Может быть, кто-то с Алтайского края отпишется, и все-таки, может быть, это какой-то, может, никакой не алтайский, да, может быть, это какое-то заблуждение было. Может быть, это какое-то заблуждение было у автора, который писал в Советском охотничьем журнале. Ой! Снимай!
Вот. Хотя. Давай, давай. Хотя раньше в Советском Союзе ляпов таких не допускали. Либо уж совсем ничего не печатали, либо печатали правду. Поэтому я все-таки склонен верить. Вот такие дела. Всего доброго. До свидания.